снять. Ого. И следи. В холодильнике поддерживается правильная температура, которая должна быть не ниже 18. Ничего не больно, не чувствую, все не чувствую. Так, видно вот так, если не загораживаю название, все нормально, нет, видно? Нет, не видно. Желательно не мочить. В течение 3 дней воздержаться. Вот. Прекрасно. Все хорошо. Абсолютно нет ощущения, что укол был, никаких напоминаний об этом нет. Не щипит, не болит, не тянет, ничего. Не горит, не онемело, ничего не произошло. Все как было, укололи, как я и там сказала, абсолютно практически не почувствовала. Ну, возможно, благодаря еще сноровке медсестры. Вот, и вышла, сижу и вот жду полчаса. Понятно, что были какие-то сомнения, особенно с учетом неполного клинического испытания, неоконченного. Вот. Но все-таки я решила себя обезопасить максимально возможными способами. Чуть-чуть сюда, вот тебе. Шажочек прямо, да, супер. И так, сегодня в Москве стартовала гражданская вакцинация в 70 пунктах. Работаем мы с 8 до 20, без выходных. И изначально мы будем прививать группы риска. Кто это? Это медицинские работники, это социальные работники и это педагоги. Это все те люди, которые непосредственно контактируют с большим количеством населения. Вакцина зарегистрирована. Вакцина зарегистрирована официально. Прошло 2 этапа. Клинических исследований, и мы сейчас заканчиваем 3-й этап. Поэтому в рамках пандемии, в рамках тех условий это совершенно не противоречит никаким нормативным заводам.